Здравствуйте, президент Александр Лукашенко. Вы знаете, что отношения Беларуси с Китайской Народной Республикой важнейший приоритет во внешней политике и во внешней экономике нашей страны. Внешнеэкономические и внешнеполитические аспекты играют важнейшую роль. Мы немало сделали за последние годы, особенно за то время, когда председателем стал и до сих пор является Си Цзиньпин, очень большой друг нашего белорусского народа. У нас с ним сложились очень добрые отношения. В его период председательства белорусский народ узнал по-настоящему, кто является нашим другом. Поэтому думаю, что в связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть, я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял. В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран. Это наша цель, руководство нашей страны, и это наша цель, она всегда была такой, но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства Китайской Народной Республики, до председателя КНР, для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в Центральноевропейском регионе.